Именно так все начиналось. 18 месяцев назад наша команда задалась амбициозной целью построить не просто офис, а создать целое пространство, отвечающее самым высоким стандартам современности. На нас легла большая ответственность – выдержать высочайший уровень, который мы сами себе поставили. Наверное, как и все, мы вдохновлялись, мотивировались и перенимали опыт самых современных и инновационных офисов мира. Но мы не хотели так же, как у кого-то. Мы хотели лучше. Первые совещания, комментарии, споры, утвержденные идеи – все это перетекало в общую картину большого проекта. За время реализации мы провели 133 бурные встречи. В 2018 году компании НСК исполняется 22 года. Мы подошли к этой дате с большими успехами и достижениями. Компания НСК входит в топ-5 лучших компаний Казахстана. В компании работает 214 сотрудников, от молодых сотрудников до профессионалов с большим стажем. Мы же, как акционеры и руководители компании, тоже, в свою очередь, хотим дать нашим сотрудникам все самое хорошее. Мы понимаем, что мы выросли из старого офиса и решили в этом году построить новый шикарный офис. Это очень хороший шаг и новый инструмент для достижения лучшей эффективности. Надо сказать, что в целом устройство офиса отвечает основным задачам смарт-пространства. Мы используем систему раздельного сбора мусора, экономии энергосбережения электричества и воды. Мебель и рабочие кресла мы подбирали, учитывая специфику работы, чтобы она была комфортной и эргономичной. У каждого сотрудника есть персональный шкафчик и достаточное личное пространство. А зоны неформального общения позволяют оперативно собраться и обсудить рабочие моменты. 7 оборудованных кофе-поинтов, удобно разбросанных по офису, делают обеды и перерывы легкими, удобными, позволяют выпить чашечку свежезаваренного капучино или весело отпраздновать день рождения. Здравствуйте, меня зовут Ольга Воронова. Я соучредитель и директор компании Vitaim Object Office. Уже более 10 лет мы занимаемся очень интересным делом и просто классным бизнесом. Мы делаем комплексные решения для офисных интерьеров. Эти решения включают в себя и планировочные решения, и дизайн, и концептуальный дизайн, и реализацию всех проектов в жизнь. Наша главная цель – создать уникальный офис для уникального бизнеса, так, чтобы он работал на вас. Практика международных компаний показывает, что эффективный офис сейчас очень высоко ценится как инструмент управления процессами и мотивацией сотрудников. И нас очень радует, что казахстанские компании тоже понимают важность этого инструмента. Новый офис компании НСК реально этому доказательство. Для нас это самый значимый проект 2017 года по самым разным причинам. Прежде всего, НСК – это динамичная, современная компания, но с богатыми традициями и большим опытом работы на казахстанском рынке. Страховой бизнес – это в принципе сложно, поэтому для компании было очень важно сделать такой офис, который не только поможет сохранить ценные кадры, но и привлечет новых, талантливых, молодых сотрудников, которые будут получать удовольствие от работы. Второй важнейший фактор – это имидж компании. Дизайн для офиса страховой компании – должен передавать надежность и внушать доверие, но при этом не стать безликим и скучным. Эта задача тоже была решена успешно. Третьим фактором, который влиял на нашу работу над проектом, стало само здание, потому что нужно было вместить индивидуальность заказчика в рамки того здания, которое у нас было. Реконструкция существующего здания – это всегда сложно и одновременно интересно. Мы благодарим компанию НСК за уникальный опыт, и мы гордимся нашим совместным проектом. Работа в страховой компании всегда связана с напряжением и большой ответственностью.
Ежедневно мы усердно трудимся для того, чтобы казахстанцы доверяли нам. Нам нужен был технологичный современный офис, но при этом нельзя было забывать об уюте и удобстве. Открытое пространство офиса подразумевает тесное взаимодействие между отделами. Мы уделили большое внимание воздуху и живым растениям по всему офису. Отказались от лишнего хлама, множества ненужных вещей, засоряющих пространство, создали 5 абсолютно разных и вдохновляющих конференц-залов для совещаний, где рождаются стоящие идеи. Более 300 квадратных метров помещения мы отдали под образовательный центр, где наши действующие и новые сотрудники компании проходят обучение по нескольким программам. Мы уделили вопросу образования особенное внимание, потому что профессионализм и компетенция наших коллег стоит на первом месте. После курса обучения все сдают обязательное тестирование. Мы были уверены, современный офис – это отличный маркетинговый инструмент. Это показатель культуры компании, которая фокусируется на развитии и поддержке своих сотрудников. Для наших клиентов это сигнал о благосостоянии и намерении работать долго и уверенно. У нас много интересного. Детали создают атмосферу. Важна каждая мелочь, ведь именно они влияют на настроение в офисе. Мы проявили немножко фантазии, креатива и отказались от шаблонов. И у нас получилось создать дружелюбное пространство, в котором мы делаем любимое дело. Ах да, знакомьтесь, это наш друг, робот Майк. Он приехал на экскурсию, но совсем скоро он будет полноправным членом нашей команды. У каждого офиса должна быть душа. И офис может быть качественным, но безликим. Каждый офис должен ассоциироваться с ценностями и миссией компании. Мы же, как команда НСК, едины в стремлении стать самой лучшей компанией Казахстана.